переломная винтовка Gamma Black Bear с мощностью 3 джоуля. Интернет-магазин «Попади в десятку». Ее механизмы металлические, ложе из пластика. Тыльник приклада из мягкой нескользящей резины. Предохранитель находится в спусковой скобе, и он не автоматический. Целик регулируется по двум осям и имеет зеленую светопроводящую метку. У мушки она тоже есть, красного цвета. Винтовка заряжается переломом ствола и стреляет свинцовыми пульками калибра 4,5 мм. Ее мощность всего 3 джоуля, но всегда можно поставить и сильную пружину, а нарезной ствол обеспечит хорошее качество стрельбы в любом случае. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.